озеро Белое, вторая часть. Что это? Просто парк надо. Ясно. Планы. А тут зато уже нет. Тут, наверное, заканчивается уже парк. Тоже на подхода. А нет, тут вон такие треугольные домики. А мне интересно, коронавирус в воде живет или нет? Когда плотность там. Не знаю. На 300 квадратных метров. 10 тысяч человек и вода висит там. Это ж надо уместить столько человек на сколько оно там это озеро. Ну, там не сильно выдержит. Это либо все лежат. Хорошо. Даже пляжа, ну, самого песка не хватит вообще. С одной стороны. Это либо в воде надо купаться все время. Ты не приходишь без этого. Переворачиваться получится. Куда переворачивать? Ну, в тюрьме, в Таиланде. Так много в камере, что не переворачиваются по команде, куда стоят там. Все, это Окунинка закончилась. Окунинка закончилась, и машины тоже закончились. Мостик шатается. Мы находимся на озере Белом. Езёро Białe. Это такой вот подвесной мостик. Шатается немножко. Никого. В сезон тут вот это вот все полностью забито отдыхающими. Тут работают бары, рестораны, вдоль берега все застроено пансионатами, мальчиками небольшими, вокруг лес. Завтра начинается СКИДКИ.